Привет, вы на канале Device. Поговорим сегодня о компактной материнской плате от компании MSI, модель H410M Pro VDH+. Надеюсь, что информация будет полезной. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем. Высокая производительность и безукоризненная надежность материнской платы – результат использования отборных компонентов и новейших технологий в сочетании со строгими тестами качества. Конденсаторы от ведущего японского производителя могут похвастать низким эквивалентным последовательным сопротивлением и увеличенным сроком службы. Благодаря особой конструкции сердечника дроссели DarkShock обладают пониженной рабочей температурой, что означает повышенную энергоэффективность и стабильность. Технология Core Boost – это оптимизированная разводка компонентов и усовершенствованная система питания. Она позволяет с максимальной точностью регулировать напряжение питания процессора. Материнка имеет специальный функционал, позволяющий добавить вашей оперативной памяти еще больше скорости и стабильности. Оптимальная разводка дорожек печатной платы и полностью изолированные электрические цепи памяти гарантируют отличную стабильность и производительность. Вам больше не нужно беспокоиться о нестабильности системы во время игры. Дополнительный светодиодный индикатор XMP сигнализирует об активном режиме Intel Extreme Memory Profile для лучшей производительности и стабильности. Копирование ваших любимых игр и фильмов через USB быстро как никогда. Плата предлагает большое количество опций для подключения и ускорения ваших USB 3.1 устройств, обеспечивая молниеносные скорости передачи данных. Технология X-Boost оптимизирует ваше устройство для высокоскоростной передачи данных, увеличивая производительность USB и сокращает время ожидания при копировании больших файлов. Этот простой и легкий в управлении инструмент автоматически оптимизирует USB-устройства, подключенные к вашей системе. Материнская плата оснащена высококачественным встроенным сетевым контроллером, который оптимизирован под профессиональные и мультимедийные приложения. Стабильно работая в режиме 24/7, он обеспечит быструю и защищенную передачу больших объемов данных. Технология LAN Protect представляет собой LAN-разъем, обеспечивающий защиту локальной сети от разрядов молнии и статического электричества до 15 кВт. Почувствуйте по-настоящему потрясающий звук. Благодаря технологии Audio Boost и высококачественным компонентам гарантируется высочайшее качество звука. Наслаждайтесь захватывающим звуком в играх. В основе Audio Boost лежит многолетний опыт разработки материнских плат с Hi-Fi звуком. Audio Boost представляет собой отдельный аудиомодуль, обеспечивающий высокое качество звука. Audio Boost работает как отдельная звуковая карта, отделенная физически от остальных электрических цепей материнской платы. Это гарантирует максимальную частоту и прозрачность звукового сигнала. Яркая светодиодная граница звукового модуля одновременно выделяет его и защищает от влияния электромагнитных помех материнской платы. Использование раздельных слоев печатной платы гарантирует прозрачность звука для левого и правого каналов. Audio Boost защищает ваши уши от раздражительных громких щелчков при подключении устройств и при включении и выключении компьютера. Audio Boost представляет собой звуковой процессор высокого разрешения со встроенным ЦАП и защитой от электромагнитных помех. Это гарантирует высокое качество как при прослушивании стерео, так и объемного звука. За счет использования аудиоконденсаторов для фронтальных звуковых разъемов гарантируется исключительный акустический реализм при подключении наушников студийного качества. Аудиоконденсаторы Chemicon являются лучшим выбором, когда речь идет о высококачественном звуке. Благодаря высококачественным аудиоразъемам возможны искажения сигнала при коммутации, сведены к минимуму. Материнка прекрасно совместима с новейшей операционной системой Microsoft Windows 10. Делая упор на высокую производительность своих продуктов, MSI заверяет вас, что плата будет работать на последней версии операционной системы от Microsoft Windows так, как задумано. Задняя панель включает в себя один разъем PS2 для мышки или клавиатуры, по одному разъему VGA, DVI-D и HDMI, 4 разъема USB 2.0, 2 разъема USB 3.1, 1 LAN-розетку и 3 разъема аудио-подсистемы. Благодаря поддержке самых современных видеостандартов подключения и технологии OLED HDR, а также возможности вывода изображения на устаревшие видеоустройства, такие как аналоговые проекторы, материнская плата разработана специально, чтобы делать жизнь проще, получая профессиональный результат. Для работы с профессиональными мониторами, телевизорами, мультимедийными проекторами и другими устройствами на данной материнской плате присутствуют разъемы DVI и VGA.
Какой бы тип экрана вы не хотели подключить, используя ли отдельную видеокарту или встроенную графику, материнские платы MSI к этому готовы. Данная материнская плата оснащена интерфейсом HDMI, способным передавать невероятно четкое изображение в формате 4K Ultra HD 4096 на 2160 пикселей с частотой обновления экрана 24 Гц. Специальные USB-порты с функцией MSI Supercharger зарядят ваше устройство гораздо быстрее. С MSI Supercharger вы просто даете больше питания вашему смартфону, планшету, USB-джойстику или игровой консоли, даже когда компьютер выключен. Больше не нужно беспокоиться о компьютере при подключении неисправных USB-устройств. USB-порты имеют специальную схему защиты, предотвращающую повреждение материнской платы от разрядов статического электричества при подключении или отключении USB-устройств. Столкнулись с проблемой? Светодиодные индикаторы, установленные на плате, информируют о возникновении проблем с ключевыми компонентами. Благодаря этому вы всегда узнаете, в чем проблема. Охлаждение компьютера является существенно важным, когда речь идет о стабильности и высокой производительности. Для этого на плате есть достаточное количество разъемов для подключения управляемых вентиляторов. Теперь вы можете полностью контролировать охлаждение вашей системы. Материнка позволяет полностью контролировать температуру внутри системного блока, осуществляя управление вентиляторами, добиваясь тем самым минимального уровня шума. Разъемы для подключения вентиляторов также имеют удобное расположение на плате и позволяют подключать самые популярные кулеры. Разъемы вентиляторов автоматически определяют режим работы вентилятора DC или PWM, оптимизируя скорость вращения вентилятора и уровень шума. Гистерезис способствует плавной работе вентиляторов, позволяя системе оставаться тихой. Используя интерфейс BIOS или специальное программное обеспечение, можно гибко настроить работу вентиляторов системы охлаждения. Достаточно указать 4 пороговых значения температуры для центрального процессора и материнской платы, и скорость вентиляторов будет автоматически изменяться, чтобы поддерживать заданный температурный режим. X-Boost. Этот маленький и удобный инструмент автоматически определяет дисковые накопители в системе. При включении X-Boost оптимизирует SSD-диски, позволяя ускорить работу с данными. Это позволяет быстрее загружать игры и экономить время при передаче данных. Утилита MSI Command Center – это прекрасный инструмент для получения максимума от материнской платы. Благодаря интуитивно простому интерфейсу, Command Center позволяет точно настраивать систему для увеличения стабильности, производительности и оптимизации работы системы охлаждения. Вы никогда не пропустите важные обновления. MSI Life Update автоматически скачивает и устанавливает самые последние драйверы, BIOS и программное обеспечение. Поиск и установка обновлений больше не будет вас отвлекать от любимой игры. К материнке прилагается приложение RAM Disk, позволяющее создавать виртуальный диск из оперативной памяти системы. Мгновенно загружайте ваши любимые игры, ускорите работу браузера или файла подкачки. Все это значительно ускорит работу вашего ПК. MSI при тесном сотрудничестве с CPU ID разработали специальную версию приложения CPU Z с драконом MSI Gaming. Используйте приложение CPU Z, чтобы собрать самую важную информацию о системе, ключевых компонентах, таких как частота процессора, частота и тайминги памяти, версия BIOS материнской платы и другие. Негатива в интернете по поводу этой материнской платы очень мало. Мерцание на интегрированном видео. Один выход для корпусного вентилятора. Нет поддержки М2. Положительных отзывов гораздо больше, вот основные. Доступная цена. Красивая. Компактная. Хорошее качество. Есть все порты для интегрированной видеокарты. Ясный и понятный BIOS. 6 цепей питания, беспроблемный разгон. Спасибо за просмотр. В описании я оставил ссылки на лучшие цены этой платы. До встречи в следующих обзорах. Комментируйте видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить самое интересное. С вами был канал Девайс. Скоро увидимся.